Круглую дату отметило Химкинское общество инвалидов. Самые активные собрались за праздничным столом в офисе организации. В честь 30-летнего юбилея обменялись грамотами, благодарственными письмами и презентами. Пришел их поздравить от лица местного отделения партии «Единая Россия», поблагодарить за активную жизненную позицию, за то, что участвуют всегда в наших мероприятиях, всегда активно участвуют, куда бы ни приглашали, что бы ни делать, всегда в числе одних из самых первых в рядах стоят члены нашей Химкинской организации инвалидов. С цветами и поздравлениями заглянули на мероприятие и давние друзья общества. Ханаглан Алиев, депутат Совета депутатов, 15 лет дружит с организацией и всячески ее поддерживает. Не мог пропустить и такую важную дату. Прекрасный у вас коллектив. Я вас очень люблю, уважаю. От всего еще вас поздравляю. Пожалуйста, прошу принимать на зрителя. Браво! 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 Браво!